Двумя партиями 28 и 29 августа в международный аэропорт Душанбе по линии Россотрудничества было доставлено 52 тысячи учебников на русском языке. Первая партия, которая поступила 28 августа, состоит из 8 тысяч учебников по русскому языку и литературе. Среди присланных книг есть также буквари, азбуки и учебные пособия по изобразительному искусству. Об этом сообщило информационное агентство «Азия Плюс». Транспортным самолетом Минобороны России доставлены книги двумя гуманитарными российскими организациями. 20 тысяч учебников по русскому языку от фонда «Русский мир» и 32 тысячи учебников по всем предметам для 7 школ от автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия». Власти городов и областей показали площадь. Также в Душанбе прибыли 30 учителей из разных регионов России, которые будут работать в Таджикистане. Всегда намного лучше изучать его от носителя языка. Напомним, что после распада СССР, вплоть до сегодняшнего дня, Россия предпринимает все доступные методы для удержания и укрепления своего влияния на постсоветском пространстве. И одним из таких методов является культурно-языковая экспансия посредством различных гуманитарных организаций и фондов.